Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Молния, пробуждающая память. В предыдущей серии ребята привели доктора Холмса на базу. Он раскрыл истинную цель энергетической компании и предложил свою помощь в борьбе со злом. Доктор отдал ребятам скричер-кар, который наполняет скричеров энергией, благодаря чему те могут освоить новые мощные приемы. Ринго, Hellfire Tiger, вы готовы? Еще как готовы! Отлично, погнали! Сколько можно ждать? Тогда вперед! Механический Hellfire Tiger! Догоняй! Hellfire Tiger! Нет уж, до финиша тебе не добраться! А, так это самые обыкновенные гонки! Хм, игры для детишек. Это вовсе не игра. Так мы тренируемся идти вровень со скричеркаром, чтобы удалось объединение. Но поле битвы это непросто. И к тому же, смотри! Это точно безопасно? Вроде Hellfire Tiger пока не особо справляется. Ой-ой! Попался! Hellfire Tiger, ты слишком сильно бьешь! Что? Что происходит? Эй, Iron Ape, что-то случилось? Сам не пойму, в меня как будто кто-то врезался. А? Перерасход энергии, перерасход энергии. А? Доктор забыл выключить оборудование. Горячо! Что такое? Доктор Холмс, ты забыл выключить приборы. Они работали всю ночь и тратили энергию впустую. О, простите, я работал допоздна и не заметил, как уснул. Ксандр, Ринго, армию тьмы видели в Батл-Сити. Опять они! В этот раз они точно от нас не уйдут! А? Сигнал! Похоже, появился новый скричер! Круто! У нас будет еще один друг! Уровень энергии продолжает расти! Похоже, это землетрясение! Джансон, нам нужно найти нового скричера! Ладно, я сам разберусь с армией тьмы. А вы тем временем займитесь поисками. Нет проблем! Надеюсь, без проблем и правда обойдется. За дело! Да! Похоже, землетрясение произошло здесь. Будьте осторожнее. Что ж, удачи вам, ребятки. Я, пожалуй, тут подожду, посторожу и все такое. Ну надо
Боже, быть таким трусом! Тут в самом деле довольно жутковато. А Скричер точно здесь? Точно! Ксандр, Яша, смотрите! А? Там что, тоннель? Ого! Ого! Только посмотрите на это! Тут была геотермальная электростанция! Странно, не улавливаю источников энергии. Почему тут произошло землетрясение? При бурении скважин используют воду под высоким давлением. В процессе выделяется много пара. Из-за этого пласты скальных пород становятся нестабильными. Странно. Почему заброшенный бур вообще заработал? А, я знаю! Его запустил Скринчер, которого мы ищем! Мы не занимаемся такими глупостями! Скричер Кар, ты куда? Эй, куда он так помчался? Наверное, что-то заметил. Бежим за ним. Ксандр, куда он делся? Не знаю. Похоже, погнался за кем-то. С ним точно все будет в порядке? Без паники. Давайте разделимся и поищем. Встретимся здесь через 10 минут. Ладно. Ладно. Ну что, видишь Скричер Кар? Пока что-то нет. Не пойму, зачем? Скричеркар! Скричеркар, ты чего сбегаешь? Скричеркар, все в порядке? Ты нашел здесь что-то необычное? А? А? Это что, тот самый Скричер? Кажется, я его знаю. О, нет! А, наконец-то я вас поймал. Lightning Eagle! О, ты что, меня знаешь? Ты меня не помнишь? Я Airstrike Eagle, мы напарники. Airstrike Eagle? О, так вы знаете друг друга? Да, Lightning Eagle – это электрический скричер, который был нашим командиром. Он мне как старший брат. Ну ты что, не помнишь? Мы пока не всех наших смогли найти. Нам нужна твоя помощь. Не говори ерунды. Скажите лучше, что вы здесь делали прошлой ночью? Мы? Ты ошибаешься. Мы здесь впервые. Ты говоришь, что кто-то тут бывает? Босс, а это точно хорошая идея? Великолепная. Как я и думал, детишки прибежали на грохот. Еще один взрыв, и с ними можно попрощаться навсегда. Какой я гений! Разве это придумал не лорд Абадон? Какая разница, сделал-то я? Хватит нести чушь! Заряды готовы? Само собой. По-моему, пора тут все разнести. Терпение. У Арла осталось незаконченное дело. Как же я устал! Все, не хочу больше идти. Интересно, ребята нашли что-нибудь? Не знаю. Где вообще их носят до сих пор? А? Ксандр! А? А-а-а! Ты еще кто? Осторожнее, Ринго! Вид у него недобрый! Сперва я разделаюсь с тобой, Ринго! О чем ты? Ринго, не бойся! Никого я не боюсь!
выбраться. Яше, очень больно. Ужасная яма! Что за глупые шутки? А? Опять землетрясение? Нет, похоже на бой. Там Hellfire Tiger и незнакомый источник энергии. А? Ринго! Lightning Eagle, ты думаешь о том, как сражаться в этой форме, верно? У тебя всегда была привычка моргать фарами, когда продумываешь стратегию. Видишь, я тебя знаю. Ты должен мне поверить. Как вы докажете, что это не вы приходили сюда вчера? Похоже, Ринго в беде. Lightning Eagle, мы просто хотели понять, что это было за землетрясение. А сейчас мне нужно спасти моего брата. Твой брат в опасности? Ладно, будем считать, я вам верю. Я знаю, где он. За мной! Братья! Ринго, ты как? Ксандер, осторожнее! Этот парень не шутит, он очень сильный! Превосходно! Наконец-то и ты явился! Теперь я покончу с вами обоими! Что? Говорите, где вы прячете Яши? Яши? Я не знаю, где Яши! Как вы смеете притворяться, что не знаете? Я сотру вас в порошок и спасу Яши! Скричер трансформация! Поворот трансформация! Lightning Rhino! А? Airstrike Eagle, вперед! Скричер трансформация! Кувырок трансформации! Эйрстрайк Игл! Эйрстрайк Игл! Сандер, Ринго, получайте! А? Это еще что такое? Airstrike Eagle! Эй, ребята, я здесь! Airstrike Eagle, отлично! Наша очередь, удар ветра! Удар ветра! Это вам не поможет. Какая поразительная мощь! Мне начинает это нравиться. Когда этот парень сражался со мной, он был не таким крутым. Должно быть, это темная энергия Абадона. Похоже, она меняет его изнутри. Lightning Rider! Огненный взгляд! Airstrike Eagle! Airstrike Eagle! Держись, Airstrike Eagle! Доктор Холмс тебя починит! Ребята, не волнуйтесь за меня! Убегайте! Ужас! Кто это такой? И что это за темная энергия? Странно. Почему это так меня беспокоит? Эй, вы в порядке? Lightning Eagle, без тебя мы не справимся. Помоги мне сражаться. Так и быть. Lightning Eagle! Что ж, посмотрим. Может, ты как раз тот, кого я ждал. Вперед, Lightning Eagle! Скричер трансформация!
Город трансформация! Лайтнинг Игл! Подождите, я вспомнил! Эйрстрайк Игл, Хеллфайр Тайгер! Вспомнил! Память вернулась! Моя миссия! Мои верные друзья! Ты нас все-таки вспомнил! Как же я рад! Наконец-то мы тебя нашли! Ха! Но все достаточно! Лайтнинг Райна! Лайтнинг Райна под его контролем! Осторожней! Похоже, он тоже ничего не помнит! Лайтнинг Райна! Это я, Лайтнинг Игл! Ну же! Лайтнинг Райна! Я освобожу тебя! А, вот это да! Запускай сканирование! Lightning Eagle. Тип энергии – электричество. Атака – 7900. Здоровье – 45000. Дева. Характер – скромен, дисциплинирован, серьезен. Хобби – планирование тренировок. Откуда взялся этот новый скричер? Ха, не волнуйся. Мы все равно знаем, кто одержит победу. Я потратил слишком много энергии. Пора с этим покончить. А? Скричер Кар? А, понял. Лайтнинг Игл! Что такое? Этот проклятый доктор! Он отдал Скричер Кар этим мальчишкам! Понял! Лайтнинг Райна! Огненный взгляд! О, нет! А? Лайтнинг Райна, в сторону! А? Девауринг Пантер? Раф, опять ты! Все верно, это я. Но сегодня у меня нет времени на игры с вами. Что, решил сбежать? Это вам лучше уносить ноги, а то останетесь без них, когда тут все взлетит на воздух. А? Тут где-то заряд? Только не это! Ксандер, нам надо убегать! Ринго, успокойся. Мы не можем бросить здесь Яши. Скоро все взлетит. Где же Яши? Я только что слышал, как кто-то звал на помощь. Может быть, это она? А, наверняка это Яши. Lightning Eagle, быстрее, веди нас. Хорошо. Все за мной. Помогите! Яши! 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 Ксандер! Ринго! Быстрее! Тут скоро будет жарко! Я раньше упаду от усталости, чем от жары! Я больше не могу бежать! Еще немного! О нет! Тут замок! Что же делать? Нам не выбраться! Сейчас здесь не останется камня на камне! Надо что-то придумать! Мне нужен энергетический диск! У меня идея! Кувырок трансформация! Lightning Eagle! Держите за меня! Ааа!
А? Это что, новый Скричер? Привет, привет, Джонсон! А? Все хорошо? Мы целы, но Airstrike Eagle и Hellfire Tiger повреждены. Снова столкнулись с Рафом? Да, Джонсон. Это просто удивительно. Не думал, что Раф такой опасный. Это не Раф! Это какой-то странный парень в маске! О, А ты... кто ты? Страшная штука, эта энергия. Она повредила ему память. Ксандер, Ринга, не думайте, что вы победили. Я верну Яши. Месть. Я отомщу. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.